я начну эту историю с рассказа о человеке. В старинном купеческом городе Сарапуле, что на реке Кама, традициям создания крепкого вина из хлеба и картофеля было уже несколько сотен лет, только называлось это вино по-местному «кумышка». В пору, когда закончилась очередная государственная монополия на производство водки, у зажиточных местных купцов Сарапульского уезда были все условия для постройки собственных производств. Город, находящийся на пересечении торговых путей, был богат зерном, родниковой водой и хмелем. И вот именно тогда сын известного пивовара Тюнина, Семен Тюнин, основал собственное производство водки. Так началась история, которой сегодня 150 лет, из них 37 – это моя история. Спустя 150 лет самых разных исторических изменений и претерпеваний неизменным в нашем деле остаются традиции и отношение к продукту. Сегодня я и наш коллектив Сарапульского ликеро-водочного завода производим одну из лучших продукцию, которая знакома далеко за пределами нашего родникового края. Кстати, о родниках. Удмуртия славится количеством родников и качеством подземной воды. Именно она придает мягкость нашей водке. Сочетание векового опыта винокурения и современных технологий, которые мы используем сегодня, натуральные ингредиенты и ответственность лежат в основе высокого качества продукции, которую мы производим здесь, в Сарапуле. Если говорить только о сегодняшнем дне, то это постоянная, непрекращающаяся модернизация. Все время мы преобразуем, внедряем и осваиваем, причем это не гонка мощностей и объемов. Так мы стремимся к совершенству в качестве, в оптимизации производственных процессов, стараемся отвечать рынку и его вызовам. Немногие смогут похвастаться собственной лабораторией, где наши специалисты разрабатывают уникальные рецепты, проводят контроль качества и безопасности выпускаемой продукции. Завод сильно изменился за 150 лет. Тут даже самолеты успели произвести. Сейчас производство – это 4 подразделения. Первый, основной, это водочный участок, где разливают водку обыкновенную и особую, да и вообще все виды продукции. Второй – ликерный участок. Там готовятся сладкие и горькие настойки и бальзамы. Отдельное место занимает участок по приему и хранению спиртов. Четвертое подразделение завода – это лаборатория, о которой я сказала раньше. Правильнее будет сказать, что с нее начинается предприятие. Нашу продукцию можно найти на полке большинства магазинов. Знакомые всем «Тайга», «Русь-матушка», «Знатная», «Сарапул», «Хлебный колос», «Дубль», «Легенда» и «Талмаса» завоевали сердца многих потребителей из разных уголков страны. Не только потребители, но и жюри различных конкурсов и выставок неоднократно оценивали продукцию на высочайшем, в том числе, международном уровне. Разве этим нельзя гордиться? Можно. Я и мои коллеги производим более 20 миллионов бутылок в год. Это на минуточку 10 миллионов литров. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, наша продукция находит все больше ценителей качественного продукта. Мы не гонимся за цифрами, мы печемся о качестве. Мы много сил и средств вкладываем в конечный продукт. Это позволяет нам не просто говорить о качестве, а наглядно подтверждать его. Меня часто спрашивают, люблю ли я свою работу. Я точно могу сказать, что я люблю свою профессию. Я отдаюсь здесь вся. Это мой второй дом, и сюда я прихожу с такой же радостью, как и к своим родным. Наверное, потому что здесь все тоже как родные уже. Моя задача – сделать правильную заготовку воды и спирта. Тем, кто не связан с производством, может показаться, что это просто, и автоматика все сделает сама. Но я с уверенностью могу сказать, что водка – это не просто вода и спирт 4 к 6. Водка – это давным-давно целая наука. Наука, в которой наш завод уже 150 лет.